Приветствую, друзья! Меня зовут Ирина Маркелова-Агапова. Сегодня я вам расскажу и покажу, как оказать ежегодную финансовую помощь в проекте Whole World всем миром. Папа мне предоставил свои контактные данные от кабинета. И на его примере я покажу, как оказать ежегодную финансовую помощь. Авторизуемся в личном кабинете. Советую делать это заранее. Оказывать ежегодную финансовую помощь, потому что если вы на один день хотя бы просрочите, то заново вам придется оплачивать $5 и плюс еще $100 ежегодное оказание помощи. То есть на $5 вы переплатите. Если это делать своевременно, то вы ничего не переплачиваете. Ежегодная финансовая помощь у папы до 22 ноября 2018 года. Я оказываю финансовую помощь заранее. Нажимаем «Оказать сейчас». У него привязан к аккаунту кошелек Advance Cash. Тем более папа получит 20 пин-кодов, потому что сейчас акция. Также лендинг пейдж и промокод на 5000 рублей в рекламной площадке Surferner. Для того, чтобы пополнить свой счет на сумму $100 и оказать финансовую помощь, выбираем любой из представленных ниже способов и следуем подсказкам системы. Кто-то может оказать через Visa, MasterCard, карточку WebMoney, Bitcoin, Payr, а у папы деньги на кошельке Advance Cash с пополненным балансом. Нажимаем ежегодное оказание помощи $100 и читаем. Тип оплаты автоматическая, моментально. Комиссия шлюза. Нет комиссии. И переходим к оплате. Нас перекидывает на кошелек Advance Cash. Выбираем. И заходим. Пишем электронную почту, пароль и войти. Входим в кошелек. Кошелек запаролен. Вводим одноразовый код. Нажимаем «Продолжить». На кошельке есть деньги. Нажимаем «Продолжить». Платеж успешно осуществлен. Обновляем страничку. Пришло 20 пин-кодов. Вот я вам сейчас показываю. Действителен в течение месяца до 4 мая по $5. Я могу их продать либо по $5 своим партнерам, либо по 200 рублей. Продавать я буду по 200 рублей. И тем самым я верну какую-то сумму из этих $100, оказанную в этой системе. То есть это получается кэшбэк.